прыгать нельзя. Ну, как бы вы понимаете, да? Напомню всем. Слушай, бля, видеоролик какой-нибудь, да? Ребят, напомню, что... Ну, сука! Ну, хорошо. Ты мне с собой что-нибудь завернула, а? Нет? Питер, ответ. Осуждаю. Итак, одну секунду, сейчас включу. Ну, смотри, какие у нас игры есть. На потом Дэм Мэр, Грифл, Метро, Экзодус и Реминант. Да, всем утро, пацаны, девушки. А у кого день, того доброго дня. А у кого вечер, доброго вечера. Все? Все. Всем привет. Вы на канале Welcome Hello. Я не Люцифер, не Сатана. Я ад, сука. Я ад, блин. Мой ник это ад. Ну, Welcome Hello, то есть... Так, стоп. У меня же русский был. Серьезным? Да, серьезным. Блин. Ну ладно.
Ну, давай. Ну, а, нет, вот русский. А, нет, тут все нормально. Devil is Hunt. А когда я слышу слово Hunt, хочется поиграть в Hunt Showdown. Блин, я же сам всем забыл. Сейчас, одну секунду. Блин, да цепись ты. Ёб твою мать. О, мой хэд. О, голова, где я? Where am I? Одну секунду. Мне надо ноги поставить на щипцы. Ой, я не знаю, как называется. Одну секунду, подождите. Так. Ну, пошел вон отсюда. Пошел. Реклама гребная. Какой красавчик. Савчик. На колючке я встаю, вот. Все, пошли. Нажмите Е. Ну, окей. Да, я играю, но знаете, как бы... Да, было все на эпике. Нет, не в эпике стори, а... Эпик, типа, качество. Ну, блин, ну не лагай, пожалуйста, не лагай. Да еб твою мать. Шаг вперед. Настройки звука, графика, яркость, качество. Нет. Прорисовка. Ландшафт? А, лучше. Высокая. 5. Качество эффектов высокое. Текстура высокая, качество теней высокое. Низко. Так, стоп. Ну. Блять. А. Графика. Качество эффекта высокое. Да, высокое, я сказал. А. Низкий, средний. Высокая. Весь город горит. Игровой процессор. Вибрация. Уровень сложности. Чувствительность по оси. Контроллер. А что, контроллер можно включить? Детство чувствительность. Блин, пожалуйста, не лагай.
That was close. Еще бы немного. Восстановить. Звук не будет, контроллер выключить. Язык русский. Да еб твою мать. Нет, а графика. Ты сейчас пользуешься. Низкий. Не, ну тут. Не, ну тут, короче, ясно, тут. Stay down. Так и лежи. Это что-то игра напоминает мне ремин. Или как он? Нужно найти другой путь. Ну. Ну простите уж, у меня нету 20-28 сегодня. Ну а вот если с вашей поддержкой, то все будет. Так что, ну а тут нет. И-и-и-а-га! Well, it's already ruined. So I'm sure they won't mind me redecorating a little. Ну. Блин. Ига. Блять, ну давай. Сука, я не понимаю. Игровой процессор. Качество низкое. Процент разрешения экрана. Яркость. Давайте. Нет, пусть тут будет 100. Нет, давайте 50 лучше. Яркость 0. Дальше прорисовки близкая, средняя, высокая. Близкое изложение включить. Так, ладно. А, вот это имеется в виду, что это такое. Ну, знаете, зато не лагает. Может, и в плохом качестве, но не лагает. О, не так сильно.
Нажмите Е. Что такое С? С, Q. С, Q. Я вижу, что только один проход. А, лагал из-за дальности прорисовки. Через главные ворота пройти, должен быть обходной путь. И, короче, не буду мять яйца. Не буду мять яйца. Яйца. Пойду так. Блин, пожалуйста, ну не лагай. Creature from my nightmare. Знай, из моего кошмара мы его снова встретились. Серьезно. Что за какашка? Ну. Блять, нам даже не рассказали, откуда у него такая сила, типа. Нам даже не рассказали, откуда у него такая сила, типа. Нам даже не рассказали, блядь. Ну, знаешь, она это, на прототипа, похож. Но, блядь, Е. Прототип он похож. Серьезно, это. Блин. Вот сика. Это точно, это, блядь, это же прототип. Это реально прототип.
это реально протест. Это прототип. Короче, это отсылка к прототипу, ясно. Нам даже не рассказали. Может, потом расскажут, типа, откуда у него такая сила. Блин, чувак, а может подальше? Мать, ты-то кто? Да мне, да, кстати, вот, так мне... Алло, это ты? Блин. Ну а чё, вы хотели? Я босса завалил. Дезмонда. Майлз, Дезмонд Майлз вообще из-за Assassin's Creed. Ничего так. Я знал то, что это сон. Конечно, слегка мне кажется рожа, он не вышел, но он такой, он больше страшный. То есть, типа... Чёрт, снова опаздываю. Да, ему это приснилось. Вот реально, ему... Он слегка... 9.46. Друзья, семья и честный бой. Возьми ключи от машины, я отправляюсь на работу. Серьезно? Окей. Ключи-то где? А ключи-то где? Банцай? Today's the day. Сегодня самый важный день. Ох, Кристин удивится. Ох, надеюсь. Just hope she says yes. Он скажет да. Да я понял, что он сюда. Как? Ну, мне лицо его не нравится. То есть, персонаж же, как будто он сам страх наводит людям. То есть, ну, мне что-то, ну, не знаю. Spears Enterprises, Майами. Тут интересно, открытый мир. По игре. Кажется, нет. Черт, я опаздываю. Ну и там девушку он видел. Свою жену. О, ты? Ага, свою изволил явиться? Как спалой? Отлично, слушай, я... Блять, дурак, Дезмонд. Ты сюда шутки шутки пришел. Я бы раз отнесись к чем-то ответственным. Это компания, моя компания. На грани банкротства. И все из-за тебя. You and your dumb decisions. Тебе и твоих идиотских решений. Me? Oh, no, no. You had из-за меня! Это ты про считал. Ты тоже считал, что сделка хорошая, и сразу ее подвел. Ты знал, что нашел. А теперь, когда я делал, не говорил. Я считал вот так, потому что доверял тебе. Дал карта была. Надеюсь, что я могу хотя бы его научить. Следует догадаться, что это тебе не по плечу. Я ошибся. Но больше не повторится.
Don't you think you're being a little dramatic? И не слишком ли ты драматизируешь? Надо было заставить тебя все исправить, но только от тебя не будет. Я думаю, я знаю, что дать тебе еще один шанс. А начнем поставить будущее компании. Но это я, как душа Люцифера продать. Ты мне очень разочаровал, если бы твоя мать была здесь. Она бы... Это отец, что ли? Даже не смею продолжать, слышишь? Не смей. Ты пизды получишь. Не смейте, я знаю, что проваливай сейчас же, чтобы духа твоего не было. Пожалуйста. Please. Просто... Мне кажется, это его батя. Ну, то есть, типа, причем... Я виноват? Значит, да? Ну, конечно, ладно, сволочь, ладно. Эй, все нормально, приятель, полегче. Ты сломаешь, что случилось? Ты себя интересуешь? Где ты был? Что это? Что-то произошло? О, привет, Эмбрейн. Угадай. Ричард, да? Эй, выдохни, я тебе в завтрашнем бою пригодится. Да загнись, я сейчас бы отец знал. Слушай, я в порядке, не стоит изменить. Да, это был батя. Вот как, просто это самая важная схватка в твоей карьере, Кристен. Там будет. Без понятия. Ты же знаешь. А учитывая, что я запланирую на сегодня, все будет хорошо. Все будет хорошо, у вас там будет. Слушай, мне пора. Блин, я-то думал, типа... Я-то просто думал, то, что он как бы зайдет. Он еще жениться хочет. Мне кажется, сейчас она умрет. И он вот ее именно видит во сна. Мать, ты-то кто? Hi, baby. Привет, милый, что стряслось? Все в порядке? А ты-то кто? Лучше не бывает, давай on, садись. Карл уже ждет нас. А, это она? Кристин или Крист? Да она Крист. То есть он же... Ладно, скажу, зачем мы... Нужно было наряжаться. Чтобы я не в своей тряске, остальные были в джинсах. Видишь, пойдем, я покажу тебе. Ясно, понятно. Wow. Ух ты, как романтично. How romantic. Кристен. Кристен, я хочу знать, чтобы ты знала, ты потрясающая, ты прекрасна, ты вдохновляющая. Ты меня понимаешь. You're beautiful. You're inspiring. You understand me. Я люблю тебя за то, как ты есть, и за то, каким ты делаешь. Где бы я ни был, я уверен, что мое место рядом с тобой. Я хочу быть с тобой всегда, так что... Выйдешь ли ты меня замуж? За меня замуж? Нет! Ой... Ой... Нет. А может быть. А почему бы и нет? А потом жесткий перепихол. Но. Я не смотрю вот. Я играю только в игры, я не смотрю какие-то. У меня нет никаких фан-стримов. Hey. Эй, доброе утро, как настроение? Morning. Доброе утро, милая. Как настроение? How do you feel? Wonderful. Чудесно, еще maybe немного сонно, правда. Но ты не пройдешь, пока я не буду вставать. Я сегодня взяла выходной. А, то есть пока он человек, ему... А когда стоит, ты знал? What, you knew? Ты уже все равно с ним будешь драться так? А как иначе? Не зачем я столько тренировался, чтобы теперь отказаться. Пойдешь в зал, чтобы отработать движение? А что, они не достаточно отработали? Окей, окей. Ладно, ладно, я люблю тебя. I love you too. Я тоже тебя люблю.
Ой. Дом Дезмонда, Майами. Потерпи удар и приготовься к бою. Time to practice some punches. Пора тренироваться. Easy win. Ой, легко. И чё? Серьезно? Это ты, блядь, потренировался? Это он Зес, блять, он три-четыре удара нанес, все, я потренировался. Ну, пипец. Подпольный клуб, Майами. Нужно переодеться для боя. Чувак, на тебе и так нормальная одежда. Можно я сам только, блядь, ну, хотя это okay. Нормально. Now I'm ready. Ладно, я готов, let's поехали. Кому люлин надо... Кому люлин надо давать. Focus. Соберись. You got this. Это дурень поиграет. Like сейчас за него. Мне кажется, вообще после этого будет пипец. Он типа, мы видели будущее во сне. А теперь, дамы и господа, пришла пора главного события сегодняшнего вечера. Ставки сделаны. Через неделю мы узнаем, кому из этих бойцов сегодня улыбнется госпожа удача. Будет ли это наш местный герой Дезмонд, или приезжий Пиво. А, то есть он побеждал. Он типа побеждал. Он типа побеждал, понятно. Ну, типа он лучший как. И он побеждал. Какого хрен тут идет? Как он вообще? Блять, я ж забыл то, что. А как этот? А, блять. Стоп, а как? А как? А, это так и должно быть. А, так и... А, это так и должно быть. Окей, ладно. Ладно. Вставай! Дезмонд Майлз, вставай, блядь! Ну, скотина. Блин, я... Парень, ты меня слышишь? Очнись! Это врач. Дезмонд, ты хотя никогда не перестанешь быть обузой. Зачем мне приходится разгребать бардак, который ты научил в моей компании? А теперь тебе надеряют задание на глазах всех друзей и коллег. Хорошо, мать, тебя не ожидал такого позора. Пожалуйста, а ты, чтобы я мог занять свой взгляд, когда закончишь, вы можете поговорить, что нам больше не о чем говорить. Все будет хорошо, скоро пройдет. Что это был за ублюдок? Мой отец. Я так и знал! Сука, я так и знал! Знал я, блять! Я сам начал сказать то, что это отец. Потому что они схожи. Такие же уроды. Ну, в хорошем смысле, я имею в виду, некрасивые. На дом Дезмонд. Мил.
пришла я. Я пришел. Так, стоп. Пиздец! Desmond, shit, it's not what you think, okay? Это не то, что ты думаешь. Пизда тебе, чувак. Куда ты собрался? Desmond, listen, okay? Desmond, it's послушай, not what you think. Это не то, что ты думаешь. You're dead, motherfucker. Блин, к тебе не жить. Вставай! Ими! Получи ту силу! Сука, вставай, блядь! Вставай, сука! Дезмонд, блядь, вставай! Сука, она шлюха! Блядь, она реально шлюха! А он... А, у них... Подожди! Чувак, ну тебе не жить! Ну, а... Да, чё... Парень пришел после боя побитым! Да я бы пизда бы тоже бы дал бы! Я бы тоже пизда бы дал бы! Да, только я бы убил бы, прям... Ну... Вот как, просто это самая важная схватка, что Кристен там будет. Как романтично. Нам больше не о чем говорить. Даже мать, даже до этого пора. До этого позором. А, до этого позором. Ну, опасно. Да. Иди. А, это еще кат-сцену видел. Он упал, вон. Блять, он же главный герой, он не умрет. Он же главный герой. Он был тогда. Чё? Нахера? Чувак, на чём ты это сделал? Я его видел, кстати, я его видел тогда. Ну, когда сражался. Ну, на самом деле, он не слабак. Блять, опять в воду? Сука, блять, я только за воду вышел. А зачем он, типа, зачем он выбрал-то его? Мне вот реально, мне просто интересно, зачем он выбрал его? Oh, Jesus, боже, ну и вон, где это я? Where am I? Ну... What the fuck was that? И что это, блядь, было? Надо отсюда выбираться.
Блять. О, это definitely not Kansas. Это точно не Канзас, это даже не Флорида. Преступление или наказание. Третья глава? What is this place? Что это за место? Оно выглядит противоестественно. Ты думаешь? Дверь. И что? А, может повернуть как-то? Ну, пускай. Hey! Эй, оставь его в покое. That's something alone. Чувак, ты говоришь, что монстру? Ой, окей, ладно. Новый! You were one ugly monkey. Ну и рот ты! Ну и рот ты! Hey, back off! Эй, отвали! Do еще раз ты сделаешь, я тебе палку в задницу зас... Новый! Эй, еб твою мать! Эй, какая кнопка? F! А, F! Ну, я бы, на самом деле, хотел бы его послушать, брат. Ты чё, давай не драться, давай хотя бы раз сказать, что мне... А, там... Ну, типа, наверное, сколько тут человек прожил. Что? Вот это. Jeez, ух, какая вонь. Ну да, это что-то типа прототипа. Наверное, они на прототип смотрели, на игру прототип. А, мы с вами играть? Ты что, или как? Блять, вот это место, в этом месте столько боли. Чувак, ты назад что ли хочешь или что? А, ты застрял. А, да. Я не знаю этого, скажу. Yeah, right. А вон, ну и конечно, горячий лес. Блять. Блять, да. Подойти-то. Yeah!
Черт! Ну да, черт. Surprise, assholes! Сюрприз, сволочи. Блять, какая кнопка ты, ё твою мать? Какая кнопка? Those creatures have made an encampment here. Это же, тут лагерь разбили. Да, прикинь. Ёб твою мать. Ты хотя предупреди то, что ты тут. Блин, а какая кнопка-то? Окей. That should do it. Должно сработать. Типа было это испытание. Пройду ли я? Это ты. Какого хрена ты делаешь? Ты хотя знаешь, ты очередную пришел пройти. Ты наконец-то здесь. Наконец-то, ой, прости. Что за одежда? Слушай, мне насрать, где я? Ну, если ты сейчас не отвернешь меня обратно. Идем, он ожидает. Кто ожидает? What is this place? Что это за место? How do I get out? Как отсюда выбраться? This это ад. Это ад. Добро пожаловать в ад. Как раз игра по мне. So it's real. Так оно существует? Ну, походу, да. Я ж существую. Я ж походу. Я ж существую, так что и ад существует. Я же не иллюзия воображения какого-то придуманного персонажа, ну или человека. Замок Люцифера. Люцифер! Я думал, ты главный герой. Now what? Ну что теперь? Я нет, я имел в виду, он и есть Люцифер. Follow me. Иди за мной. И смотри под ноги. Well, I'd love to see you. Сейчас я посмотрю, как ты. Oh, you gotta be fucking kidding. Что ты делаешь, черт возьми? Теперь вы можете найти второй ускоритель, который вот этот может телепортироваться в поиск назначения. Нажмите Е. Whoa! Well, that was fast. Такие брутальные идем. Он и я. Он. И я и он. Я умер, ясно, понятно. Я умер. Я ж тогда разбился на машине. Я умер. Ну а честно. Finally. Наконец-то, спаситель и разрушитель. Давно не видели. Я а кто из них кто? Come closer. Подойди ближе, не бойся. Ты в безопасности пока. You are safe. For now. Ты-то, блядь! Мой господин, прости за задержку. Знаешь, что я бы сказал? Ты-то, блядь, еще кто? Я отправил Соли проследить, чтобы все прошло гладко. Надо сказать, я настолько не разочарован. И несколько разочарован. Do we know each other? Мы знакомы? We do. Да, хотя although, ты можешь об этом пока you might not и know не знать.
Yeah. I've had countless на протяжении этого эпох у меня было бесчисленное множество имен. Но ты знаешь, как Люцифер, я создал все, что ты здесь видел. Каждую тварь, каждое дерево. Здесь я творец. Но мне нужен трон. И не нужно разрушение. Отражение здесь так, такие же, как и я сам. Так же гонимы, так же недостойны любви своего Господня. Ты же отверженное небесное подобное мне. И не здесь навеки все прихоти Бога. How do I get back? Так, как мне вернуться домой? Вернуться? Смешно. Забудь это слово. Ты грешник. А это ад. Back. Это самое подходящее место для тебя, Дезмонд. Ты совершил самоубийство. А в этом пути в один конец. Просто я не выпустил проклятых из ада. Это подпорит мне репутацию. Ай, я же сказал, я умер. То есть он не за злости. Besides, I don't let the damned out of hell. Иди к ты на. It just looks надо bad. Надо заканчивать. No, there must be a way. Just tell me what должен it быть is. Способ, просто скажи. Что ж, могу предложить тебе работу. What if I offered you a job? I'd do it. Отлично. Что wait, надо делать? What is it? I want you to bring me souls. Я хочу, чтобы ты поставил мне душу. Душу нехороших людей. Может начать с твоего друга. Эбри. Потому что он заслуживает наказание. Не так ли? Да! Я решил стать его плащом. Если ты согласишься. Если будет выбор, конечно же, да! Да! If you agree to work with me. Да. Я согласен. Зато, ну, буду работать вечно. Ну, хотя бы деньги не заплатил. Или чем вы там в аду платите? Костей? Yeah. Да, я согласен, я сделаю это. Yeah, I agree. I'll do it. Smart move. Правильный выбор. Теперь формальности. Now, for the formalities. О, смерть. Прикольно. Это смерть. Утратил свою жизнь, вернёт, чтобы забрать то, что у него отняли. Returns to seize what has been taken from him. What? Что? Что? What are you talking about? Что? А? Что ты наделал? What have you done? Stop it! Так, ты управишься? Что? Короче, что? Что ты? Он вернется на землю спаситель. Или разрушитель, чтобы исполнить предначерпанное. Я и то, и другое. Мне выбирай. Спаситель или разрушитель? Смотря для кого кто. Для девушки я я разрушитель, но для его девушки я разрушитель. Ну, почти для Эмбера я разрушитель. А спаситель для вас, а для мемориального кладбища Майами. Но... Я вернулся на землю. Я, может, буду проходить эту игру. Пока не знаю. Ну, пока, знаете, такой, типа, обзор или первый взгляд.
Embry. Embry. Друг познает убийство. Извините, а это тут причем? Отличная погода для возмездия. А то. Ну, я был в аду. Я в ад попал. Подожди, за что я в ад-то попал? Мне просто интересно. Блин, где выход? Ненавижу. Как лично, тут не пройти. Ну пиздец, короче, миру приходит. Ясно. Piece of hell in Miami. Ада в Майами, никак я это пропустил. То есть, типа, ну понятно, Люцифер захватил наш мир, ясно. Наверное. Ну как один из вариантов. Hey! Hey! I need your car. You can keep your clothes and your boots. Его уже не убить. А, теперь доступна школа палача. Расшири свои боевые возможности, открой навыки комбо. Что? Серьезно? Палач? А, ну тут три ветки. Теперь Дезмонд владеет ударной волной, чтобы использовать в бою. Выбранный навык, чтобы выбрать. ВР. Теперь он может использовать ножи. Поздравляю, собирай души, чтобы открыть новые навыки. Развлекайся! Интересно, а где тут, сука, сохранение? Вот реально, мне вот интересно, сохранение где тут? Где тут сохранение? А, я пришел к этому. Ну, я же... Embry lives here. Embry живет тут не... Not for long. Надолго. Сука, ногой, блядь, будь! So we see in a shrink. Он пришел к психе. Это expensive. Не дешево, я. I've got a quicker, cheaper cure for him. Есть получше. Let's stay in the dark. Блять, ну а чем ты... Ой, ёпта мать. Зачем нож-то, блин? Он ножом открыл под... Летает стакан.
Он налил, чтобы выпить. Он типа ждет его. Ну нахер. Как романтично. Дезмонд! Дезмонд, что, это не то, о чем ты думаешь? Могу я предложить тебе работу? Я могу, короче, убить, походу, в конце Люцифера. Или... Help myself. Я тут по-хозяйству, что ты же не против? Какого черт, Майк, твою хрена? Дезмонд, что? Ну так, как будто ты призрак увидел, Эбрик. Ну, по сути, да, я... Not happy to see me alive, huh? Ну, может, ты не рад? No. Нет, нет, no, как how ты вообще возможно? Ты же умер, ты умер. You're not alive, you're not! Вы мне помогли. And how about we skip и давай пропусти глупые реплики в духе сериала. Ты не, you know ты exactly не знаешь, как я оказался здесь. Ты... Да ты точно знаешь, зачем ты предал меня. Ты... Это был не я. Я знаю, как это звучит. Я прошу дозволения. Хватит с меня твоего ранее пришел. Так что готовься. Пробил час, дружище. А, он все-таки нож взял. Ну, по сути... Я бы тоже его убил бы. Был бы я бы тоже его убил бы. Чувак, блядь, я бы лучше использовал бы силу. И убил бы его как бы силой, а не ножом каким-то. А не ножом, я бы силу его убил бы. Спасибо. Ну, этот момент можно где-то поставить, ну, 5 минут, ну, 5 минут. Все это заняло, если так предположить. Ну, и что, вот он... Ну, не знаю. Ну, не знаю, но 5 минут там было. Возвращаться он домой не может. Это Люцифер. Встретимся у заброшенного возле Сисон. Теперь переписываем. С Люцифером. Теперь переписываем с Люцифером. Ну, это я так подумал. Типа, теперь я переписываю с Люцифером. Ну, давайте встретимся с ним. Так, сохранение прошло, это хорошо. Гостиница «Медный вызер», окраине Майами. Это место отключить не суйся. Ну иди сюда. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи. И всем пока.